Внимание! Участники ток-шоу «Криминальная хроника» вас просят срочно пройти в 16-ю студию. Артисты из передачи «Сказка за сказкой» немедленно явитесь в 15-ю студию. Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Криминальная хроника». Ни для кого не секрет, что в последнее время волна преступности захлестнула улицы наших городов. Но сегодня у нас в программе люди, которые не понаслышке знают, что такое свист пуль и ветер погони. Дорогие друзья, сегодня у нас в студии сотрудники внутренних органов нашего города. Заткнись, здравствуйте, детишки! Девчонки, мальчишки! Здравствуйте, Пети! Здравствуйте, Вали! Здравствуйте все! С кем вчера выпивали? А меня-то вы узнали? Вот и Генка крокодил! Чего ты смотришь, как дебил? А теперь я Чебурашка и какая парня! Что, кто вы такие? Я спрашиваю, кто вы такие? Подожди, мужик, это 15-я студия в гостях у сказки? Это 16-я студия в гостях у Петровки 38. Прямой эфир, боже ты мой! Опять? В кутузку загремели! Валим отсюда, быстро! Да сидите, поздно уже! Поздно. Будем как-то выкручиваться. Итак, уважаемые телезрители, разрешите мне представить наших героев. Слева от меня полковник милиции. Начальник отдела по борьбе с бандитизмом Евгений Карлович Торопыга. Справа от меня командир ОМОНа северо-западного округа столицы Иван Петрович Портупейко. И у меня сразу же первый вопрос к нашим гостям. А что это на вас за костюмчики? Это чтоб в толпе не выделяться. Работа у нас такая скрытная. Да, вас трудно не заметить. Преступник, он же ж, я насколько понимаю, он же ж преступник, он и это самое. И в зоопарке, понимаете, может быть, да? И на овощной базе. Помидором прикинуться. Я правильно говорю, вы со мной. Да, все правильно. Наша служба опасна и трудна. Да. Вот сельдерей не даст соврать. Я не сельдерей, я луковик. И на первый взгляд как будто не видно. Но макака подтверди. Какая тебе макака? Я Чебурашка в третьем поколении. А какой это сельдерей? Согласен, ты не сельдерей, ты баклажан. Слушайте, ну, все, тихо. Тихо, господа, прямой эфир. Ну что ж, наших героев тоже можно понять. Работа у них опасная, нервная, связанная со стрессом, понимаете, все такое. А скажите, офицеры. К
Как вы попали в милицию? Ну, я, как и все, по пьянке. А меня теща сдала. 4 раза. Вы хотели сказать, что ваша теща отдавала вас в школу милиции, да, куда вы поступали 4 раза, правильно? Да, 4 раза поступал. По 15 суток. О, Господи Боже. А вот нашим телезрителям было бы интересно узнать, ходили вы, лили вы на опасные задания какие-нибудь? Какие? Ну, я не знаю, там ликвидация точек, несанкционированные продажи суррогатного алкоголя, там что? Это дело чести каждого чекиста. Ну, это заметно вообще по вас, да. Ну вот и рассказывайте, как протекал ход операции. Ну, рассказывайте. Через горло и протекал. Я имею в виду, вы в засаде сидели вообще? А, сидели! Не то слово! Лежали! Как в засаде каждый по 1,5 литра. И лежали в такой засаде! Итак, уважаемые телезрители, сегодня впервые за всю историю нашей программы я покажу, как я сейчас лично буду лично снимать побои, понимаешь? Да сними! У нас же нет. Так а сейчас будут у вас побои! Сейчас будут побои!